Коллеги, мы с вами находимся на сайте Торгигов. Нас интересует секция «Аренда». Далее нажимаем в процессе подачи заявок. Здесь мы можем выбрать регион, а также поставить галочку «Только для субъектов малого и среднего предпринимательства». Нажимаем «Расширенный поиск». Далее, коллеги, мы здесь можем выбрать форму торгов – аукцион или конкурс. Также мы с вами можем выбрать тип имущества. Это дебиторское, иное, оборудование, товары, здание, помещение, предприятие, сооружение. Я никогда не пользуюсь этим фильтром, потому что у нас в регионе мало объектов. Если у вас много объектов, то можете пользоваться. Далее, вид договора. Договор аренды, договор безвозмездного пользования, договор доверительного управления вы также можете выбрать. И предмет торга. Это ежемесячный платеж, ежегодный платеж, платеж за право заключения договора, почасовой платеж. В данном случае я ничего не хочу выбирать, я просто выберу регион, которым меня интересует имущество. Это будет Томская область, Томский, город Томск. Нажимаем поиск. И здесь мне высвечиваются все объекты в процессе подачи заявок, которые находятся именно по указанным моим параметрам. Далее, коллеги, я выбираю объект, который меня интересует. Пускай это будет вот этот. Нажимаю «Документы». Здесь у нас есть аукционная документация. Нажимаю «Аукционную документацию». Здесь я знакомлюсь первым делом с договором аренды. Это заявка на участие. Так, идем вниз. Видим проект договора аренды. Первым делом, что меня интересует, разрешена ли субаренда? Итак, пункт 4.7.7. Не сдавать имущество в субаренду, безвозмездное пользование, не осуществлять другие действия, влекущие какие-либо ограничения представленных арендатору имущественных прав, а также не пересдавать. То есть, коллеги, по данному лоту я понимаю, что субаренда запрещена. Также субаренду мы еще с вами можем смотреть в пункте «Особые условия». Потому что бывает, что в договоре пишут, что субаренда разрешена, а в особых условиях, либо в прочих условиях пишут, что субаренда запрещена. В этом случае она будет запрещена.